Пострадавшую в авиакатастрофе в Жамбылской области Асем Шаяхметову сегодня утром доставили в больницу Астаны. По сообщениям медиков, состояние девушки во время транспортировки было стабильным. Ранее ее прооперировали на месте. Асем Шаяхметова – единственная выжившая при крушении самолета Ан-2, которое произошло 20 января в районе рудника Шатыр-Коль. На борту находились 7 человек, включая членов экипажа. Причину аварии выясняет правительственная комиссия.